играли на Super Nintendo. Теперь этот Donkey Kong появился же, конечно, в 8 битах. Теперь посмотрим, какие же у нас игры теперь появились на 8 битах. Перед нами 8-битная версия игры Ultimate Mortal Kombat 3. Почему-то здесь ее назвали МК-4, но, наверное, это причуды выпускающих ее людей из города Пекину. Вот. Итак, мы выбираем игрока, и нам показывают, против кого мы будем биться. Итак, мы играем Шансунгом против Сони. Надо ее победить, можно применять суперудары так же, как и в любой другой версии Mortal Kombat. Чуть попроще графика, но тем не менее, это тот же Ultimate Mortal Kombat 3 с теми же правилами и с теми же суперударами. Хотя графика, как вы видите, очень так отдаленно напоминает 16-битную платформу. А теперь перед нами довольно-таки интереснейшая игра из серии ходилок-бродилок вроде Марио. Это Donkey Kong. Упрощенная версия игры для платформы Super Nintendo SNES, Super Nintendo Entertainment System. Итак, мы выбираем уровень и начинаем свое движение по прериям, собирая бананы, поручая друзей, бросая бочки и уничтожая злых врагов в этих самых джунглях. Вот такая интересная игра на 8 бит. Это Donkey Kong. Мы берем бочки и будем бросать ими своих врагов. Кроме этого, у нас еще есть очень много интересных прибамбасов, интересных приколов, которые мы тоже будем использовать. Давайте просто посмотрим, что это такое. Теперь, как сказал великий Ильдар, поднимемся в космос. Вот перед вами книжка 111 игр для PC. Стоит она всего 8 миллионов, правда, в комплект этой книжки прилагается еще и компьютер. Ну не за 8 миллионов, я пошутил, конечно, дешевле. Это секрет. Придете в авангард, видите, есть крутые компьютеры, и, конечно же, вам захочется их приобрести. Кстати, цены самые, наверное, низкие, а компьютеры, естественно, самые лучшие. Вот так. Итак, те, кто хочет приобрести себе компьютер, конечно, приходите в бонус-клуб, найдите себе самый лучший компьютер. Конечно, кроме этого компьютера вы получите большое программное обеспечение, то есть любые программы, любые игры и все другое, что существует для компьютеров, вы можете приобрести в салоне бонус. И, кстати, все это будет бесплатно для тех, кто является обладателем бонус-компьютера. Вот так. Ну, а теперь информация по турниру и информация по конкурсу рисунков, которые нам прислали огромное количество. Вы нам его прислали. Спасибо, спасибо, большое спасибо. Итак, розыгрыш призов по конкурсу рисунков, присланных нам прямо в бонус-клуб, будет произведен прямо на турнире Ultimate Mortal Kombat 3, который пройдет в кинотеатре «Аврора» в воскресенье, начало в 11 часов. Итак, каким образом будут разыгрываться эти самые призы? У всех приглашенных на турнир, у всех участников есть свое приглашение под своим номером и под своим именем. Итак, для того, чтобы участвовать в турнире, вы должны выбрать лучший рисунок и поставить номер именно в своей карточке, в своем приглашении. Именно этот самый номер и будет участвовать в розыгрыше. Если какие-нибудь картинки, вот точно надо сказать, эти самые рисунки, фу ты, надо же заговориться. Вспомнил. Именно так. Если какой-то рисунок наберет наибольшее количество почитателей, этот самый автор этого самого рисунка и займет первое место и получит свой приз. Мест будет три. Вот, будет три места, три приза. Три победителя. Ну, а какой же будет приз для победителей турнира? А сейчас вы об этом узнаете. Итак, объявляю. Главный приз на первое место для победителя турнира Ultimate Mortal Kombat 3. А сейчас, пожалуйста, приглушите громкость своих телевизоров. Я объявляю приз. Это будет... Ну вот, все, на сегодня, наверное, мы закончили. До встречи, конечно же, на турнире в Авроре в 11 часов в воскресенье. Пока!